Эй, ей нужна помощь! Без тебя здесь станет очень скучно. Нет, Дэйв, ведь ты не будешь просто сидеть и ждать меня. Я подумал устроить голодок. В процессе сушки время течет быстрее. Дэйв, у нас ничего не выйдет, если ты просто закроешься. Ты должен жить своей жизнью, наслаждаться ей. Я хочу, чтобы ты был счастлив.